У них томагавки, смотри. Индеец, нахуй. Ждем, как-то организатор насчет игру. Организатор. Кто же организатор? Ебать, где же этот ебаный организатор, блядь? Когда же он начнет? Так, великий побег, идем. Организатор! Харри, без крыла, ангел, боец ближнего боя, крепче любой стены. Выберите контроллер геймпад для Гарри. А чё, ты чё делать? Такой играть? А я не знаю, это ангел еще раз парень, да? Да, да, да. Бля, если бы Тянка был ангел, я бы точно выбрал ее. Но я хочу за ангела, но Тянка выглядит круче. Чё? Дилемма, блядь. Не мне оба импонируют. Какие у них обилки? А как поменять, кстати? Что мне показывает Гарри. Только мне тоже Гарри показывает. Я так понимаю, то, что кто нажмет, что? А, да? Ух ты, комикс. Комикс. Ты Гарри? Хуй знает, я пока не вижу. An angel and a demon fighting side by side. Side by side. It's no time for second guessing. Right now the fate of the world depends on us killing our way into heaven. Ждем игрока. Ждем организатора, ждем игрока. Чистилище. О, я играю за... Ладно, теперь я иду. Чё у него за обилки? Дьявольская цепь, любимое оружие, да, дьявольская цепь. Телепортация. Ида может, наверное, перемещаться в пространстве, обрушая всех противников, оказавшись... О, мне нравится эта обилка, супер. Ида управляет сознанием противника, заставляет их атаковать друг друга. Стоимость длительной зоны. А чё они все горят? У меня есть какой-то скиллпоинт? А чё, какой уровень? Оружейный вор. Справа первый. Да, поселение. Мания убийства. Поселение, что-то такое. Да, нет, что ты там можешь, наверное, изучить. Короче, внизу это пассивки, а сверху. Скорость, это... дальность, бонусный опыт. На цепь. Телепортация. Перезарядка, радиус оглушения. И гипноз. Стоимость, длительность, зона. Пятый уровень. Ну давай я вот и телепортацию, перезарядку. Качал. 90%. Все, у меня нет скиллпоинта больше. Не есть, слышишь? Еще что-то говорит там. Скорость, да, ну скорость давай. А, да, я, короче, везде могу взять по одному, походу. Ну, стоимость. Вроде все. Погнали. Погнали. Сейчас я такой еще... Чистилище. Так, ВСД, так и ближнего боя. Понял. Ебать! Это кто такие? Разъебываем их. Бегите из чистилища. А как обилки юзать? А почему ты мне босса поставил? Вырви, я хочу играть! Верни меня в бой! Сука! А я могу? Опа! Так, а как обилки... Подожди, как обилки юзать? Shift? Тебе это цепь. Обучение, потому что там нет. Ну, бегите из чистилища, погнали. Ебать, ты жесткий. У нас один экран на двоих, да? Подожди, мы можем разбежаться? Ну, видимо, не особо. А, ну не особо, да. Я тоже хочу дверь выбить. Отлично. Погнали их разъебывать. Так, скрытым убийство. Вы можете бесшумно бить противника, если бьете каким-то смену, нажмете R. Скрытное убийство происходит бесшумно, тело продать, но никто ничего не узнает. Так, и как это сделать? Я хочу... Нас пока не заметили. Давай, готов? Отходи, раз, два. Понял. Она же бесшумная. Она же бесшумная, действительно. Я просто в Wildlands переиграл, когда там синхронные. Тройное, ну ты жесткий. Рывок. Играя с Гарри, нажмите А. Ну это не моя подсказка. Просто есть моменты, которые... А, у меня тоже блинк. А что, это такой короткий блинк? Ты блинкуешься через эту хуйню? Я вот эти пробиваю. А я сквозь дверь могу? Я сквозь дверь не могу. Нет, дверь не можешь, там решетки. Шприц. А, разноси стену, бегай, давай, ломай. Играя за Иду, телепортируйся за короткие расстояния, нажимай пробел. Ида может проскачивать сквозь решетки, но такой способен только пронырливый демон. Маджик трик. Та-да. А ты чё? Ты можешь мне открыть. А, F. Нак-нак. Все, понял. Выбивай нахуй. А, нет, подожди, я с этой зайду. Ой. Ладно, понял, погнали.
Я убил этого глушеного. Счетчик надо не сбивать. Нужно быть проворнее. Беги, 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 блядь! Я могу ревайвнуть? А что происходит? Видимо, ревайвнуть тоже, что ты знаешь. Ебать, можно поднимать, это круто. Там вот эти шприцы, видишь, пацаны? Это пистолет. Нажми, чтобы подобрать оружие, бей врагов в состоянии, нажимаю... Ебать, даже пистолеты есть. Свит. Супер свит. Иди право, да? Ай. Ой. Они тоже стреляют. Меч какой-то. Вы тоже кидаете. А. Как Hotline Miami, короче, да? Вот. На суперспособность нажмите Shift, чтобы немного стать невидимым. Нет, невидимость не нужна. Ты становись. А, я остановлюсь, а ты должен пройти, типа? Ау. Ебать. Где моя ульта? Я тоже хочу. Хочу быть полезным. О! Чтобы использовать способность гипноз, прицельтесь с помощью отпустите кнопку Shift, чтобы заставить выбранного врага атаковать своих товарищей. Помните, у каждой игры несколько суперспособностей. Прикольно. Это читер того, кого они ваншотили просто. А, я не понял, они разные враги были? Можешь любого, да. Если отметить врага, то ваша следующая дальняя атака будет... Он... Вот тут не понял. Которую я ни разу не пользовался. Ну, типа, нажимаешь V. Или колесико. Потом он стреляет по двум. Ну, когда я хочу попробовать, сейчас. А, до двоих отметил. Двоих. Я двоих. А как пойти? Так, нам нужно... Подожди. Ну. Я не понял, что это было. Если вот. Правую нажимаешь с пистолета, и он стреляет по двоим, которые ты отметил. Вот. О, меч кидается, понял, прикольно. Ну это понятно. На, просто шурнул в него. О май. Что-то их много. Лови нахуй. А, он жесткий, он жесткий, осторожно. Хорош. Где? Жесткий это жесткий. Да, наверное, просто пройти. Может, надо было нажать и их бы чем-то убило? Может быть, я же не помню. Лестница в небеса, мы нашли ее. Это, короче, флешбэк, я понял. Где интрига? Нет, это не флешбэк. У нас небольшая разница в уровне, да? Да, нихуя себе 30 уровень. Все, я хочу в меню зайти. А, я, наверное, ливнул, да? Не знаю. Нет, всем, когда организатор... Я хочу в настройки зайти и сделать все-таки чуть-чуть громче теперь. Очень долго подключение было просто. Ну, дождем. Пока проведут нормальный интернет. Все, ждем, когда организатор начнет игру. Ну, нажимай, что-то нажимал. И да, и нет. Falling gave me some time to think. And I gotta tell you, nobody deserves the apocalypse before it's due. Not even humans. If I were to get my payback, first I had to stop the four horsemen. Luckily, an unexpected help was on its way to lead me straight to them. I had to take down the horsemen, one at a time. Мне предстояло разобраться с всадниками поодиночке. В одиночку. Это. Ждем игрока. Ждем игрока, я тоже тебя жду. Wait for it. Да? У меня скиллпоинтов не появилось, да? Видимо, да? Типа, я не понимаю, как они работают, я их просто приключу. А! Есть уровень 2, есть уровень. Все равно нихуя не понял, ладно. Ну, ладно. Потом в следующее, когда не нажмешь готов. Ладно, все. Это я. Эффектно. An angel without wings?
Это чума? Ебать! Да сколько можно? Я уже устал читать боеприпасы, заряд опыта. Понял. Биты можно взять. Биты тоже кидаться? Бейте всех одержимых байкеров. Найс. Найс, убили, блядь, чё могу... А. Следующую попытку. Ох, поехали. Я уже... Да ебать, слышь, я вообще не понимаю, что происходит. Пошли в дом в одну комнату. Я уже... У тебя 30 уровень, сделай что? Do something, Бог, блядь, какого хуя мы сосём? Я не могу этой цепью целиться, ебать, тяжело. Госнапаться. Ты так долго бьет ей? Я скорость качал вроде. Кто тут нахуй ее босса? Я. Мне патроны набиты, ага, спасибо. Уничтожьте телевизоры. Один есть. Блять, как же тяжело за собой следить. Блять, надо привыкнуть. Представь, какой гемор в геймпаде играет. Ой, это вообще Unreal. Вон телевизор. Как к нему попасть? Блять, мы заблудились. Ёбаного дрин чумы. Вот он. Бать, это босс? Ну, это жирный чувак, очевидно. Я думаю, он такой же, как Full-Time AI, наверное. Две-три тычки впитывает? Биту он одну впитал. Ну, а, сука, отлично. Я все сделаю. Many thanks. Ран, Дим, ебать, мы горим! Ебать, мы горим! Беги быстрее! Точно, я забыл совсем про блинк. Бля, у меня же все это время был блинк. Ебать! Вот я трех биты убил. Ступень 2 открыта. Время золота, смерти серебро, максимальное серебристое. Б. Да нормально, пойдет. Хотя можно еще раз попробовать было, ну ладно уж. Арты вот эти прикольные при загрузке мне прет. Да? Ну, рисовка прикольная. Плюс-плюс. Чума стала кинозвездой, найс. Nice. Tagging along with her seemed like the best bet to get the job done. Plus, for some reason, she wanted to beat the hell out of him as much as I did. Подожди, я не понял, так главный герой это ты? Нет, просто именно конкретно этот диалог от моего лица. Почему мы постоянно ждем какого-то игрока, я не могу понять. Так, подожди, есть скорость на 2, да? Есть. Ты выбираешь как бы одну из вот в этом... Нет, подожди, а если я беру на 1... Ну, вот у меня скорость и на 1, но на 2 взята. Это будет типа двойной бонус? Да. А, я хочу скорость, дальность, опыт. Блин, экспу? Не, ладно, не. Очень медленно бьет эта цепь, поехали. Тактика скрытности. Понял. Metal Gear. Идите... Лэнса Чумаса. А как его? А, я... О, все, я понял, я сделаю. Хе-хе-хе. Наказан, грязный грешник. Почему тебя волнует судьба Земли? Ладно, идем, все, я послушал. Прикольно, что контрольные точки есть. Ебать, если бы каждый уровень заново еще проходить, был бы пиздец. Это ты выбиваешь. О, это же лутбокс. Это было получено. Первое усиление. Не пошла тактика скрытности. О, у них тумагавки, смотри. Индеец, нахуй.
Понял, я все сделал. Ебать, и револьверы, слышь? Ебать, я твоих щетку! По кайфу. Ух, блин, 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 ху, блин, блин, ху, блядь. Ну, блядь, это было красиво. Ой, ебать, что этот красный делает, надеется? Просто бежит, да? Дает пизды, короче, я понял, ладно. Может так, честно. О, да, я вот сейчас поактивнее начал бить. Блянь, оружие на Е подбирать. Я как-то на Майами пытался на эту. Я трипл килл сделал. Полыну взял. Ага, ага, меня не поймать, меня не взять! Хе-хе! Бля. Ну чё такое, блядь, не идет. Ай, сука, добежал. Бля, подожди, у меня есть идея. Настройки можно зайти? Может, что-то можно сделать с этим? Вряд ли. С визуальной частью? Да глаза не это. Понял, надо привыкнуть просто. Я ничего трудного не вижу, просто иногда не понимаю, что я вижу на экране. Ух, ебать, от него съебался. Блин, как оглушает же, точно, бля, ебать, это имба. Сразу видно, челик имбу нашли. Я так понимаю. Вот эта цифра от плеча, это патроны, да? Да. Эээ, маслину поймал! Тоже. Охуево было, я понимаю. Бля! Блять, накажи его. А ты меня начал поднимать? Да. Надо на пробел почаще шмякать. Ладно, идем, это как Hotline Miami, все нормально. Miami, имел в виду рестарты быстрые. Я уже, блядь, готов. Почему я здесь ставлюсь? Ты сука неудобно. Да тут еще надо. Ну, не очевидно, что вот эти, допустим. Хуни все простреливаются, короче. Вроде всех зачистил. Дробовик взял. Ебать, слышишь? Ну-ка дай-ка мне. Держи. Ну а нахуй. Бля, нажал же пробел. Ладно, идем. Рейдж просто. Проект первая съемочная группа. Пройдите бар на съемке. А, это съемочная площадка. Почему я этого сразу не понял? Там же камеры стояли, точно. Доберитесь до бара. Там шприц лежит, надо взять. А где их смотреть, кстати? У меня, кстати, суперспособность есть. Ты его починил, да? Да, ты его убил. Ну, да я не того починил. Надо попробовать тактику скрытного прохождения. И это не она. Что ты мне говоришь? Доберитесь до бара. Это чума? Нет, это кто актер. Слушай, вы меня ищете, ебать, говорит. Чума же стал актером. Чумовый актер? Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?